Разделить волнение, трудность и радость одного из главных событий в жизни женщины Варвара Смирнова решила со своим мужем. Будущие родители признаются, о партнерских родах задумались сразу. И сегодня решение приняли окончательно. О нюансах и плюсах участия папы или других близких в процессе рождения ребенка им рассказали в третьем роддоме. Ты боишься того, чего ты не знаешь. Если ты знаешь этого, ты этого не боишься, соответственно. Вот школа родителей, они очень помогают в этом плане, когда тебе врачи действительно объясняют, что отец не будет принимать эти роды, и это успокаивает и маму тоже в первую очередь. Именно поэтому уже по традиции в третьем роддоме отвечают на все волнующие будущих мам и пап вопросы. В преддверии 8 марта программа мероприятия особенно насыщенная, с подарками и другими приятными сюрпризами. Да, подушечка у нас мягкая, у нас линия не такая чугливая получится. А если мы на какой-то... Вы приведите еще ножничками. Пока одни участвуют в мастер-классе, другие отправляются на экскурсию по акушерскому корпусу. Здесь можно осмотреть родильные залы и палаты для совместного пребывания матери и ребенка, оценить комфорт после родового отделения и пообщаться с медперсоналом. На сегодня мы имеем 890 женщин, которых беременны, которые у нас стоят на диспансерном учете. То есть это, в принципе, хороший задел нашей работы на год. За год, за прошлый, именно женщины, которые родили из нашей консультации, было 1800 женщин. Это тоже хорошие, в общем-то, цифры. Хотя идет некоторое снижение, как, в общем-то, вообще по стране, по статистике, но все равно, в общем-то, у нас женщин беременных много. Такие праздники в третьем роддоме регулярно проводят уже около 10 лет. Врачи признаются, эти мероприятия полезны не только для будущих родителей, но и для них самих. Анна Бережная, Игорь Болтов, Дарья Лукаш. Новости на 8.